Ни скрипучих каруселей, ни утомительных очередей в кассу. Парк Прибрежный за этот год значительно преобразился. До недавнего времени популярное место отдыха могло привлечь посетителей разве что свежим воздухом и живописными деревьями. На природных дарах достопримечательности и заканчивались. Все изменилось в 2017-м. Власти города и области занялись благоустройством городских парков, в том числе и Прибрежного. В прошлом году было выделено из областного и регионального бюджета порядка 30 миллионов рублей. В этом году выделяется 20 миллионов рублей по федеральной программе «Комфортная городская среда». И еще 10 миллионов рублей выделяет город. Плоды материальных вложений видны сразу при входе в парк. 6 новых аттракционов, яркие клумбы, опрятные лавочки и урны на каждом шагу. Отдельного внимания заслуживает пруд с японскими карпами. Рыб можно кормить и просто отдыхать рядом с водоемом в жаркие дни. В Прибрежном не обошлось и без технического прогресса. Установлены электронные кассы. Кибероплат пугаться не стоит. Кассы и гостевой карты пользоваться очень удобно и просто. Вот сейчас еще один клиент. Можно мне билетики на Грибную поляну? Подходит, да. Карточкой? Да, а как ей пользоваться? Покупаете карту на 150 рублей. Можете на нее любую сумму денег. Подходите к любому аттракциону, там не считываете. Прикладываете с вас определенную сумму, снимаете стоимость аттракциона. Все хорошо. Парк вошел в программу «Счастливое детство». Для ребят из многодетных семей аттракционы бесплатны. Комфорт для взрослых и веселье для детишек. Прибрежный методично приближается к международным стандартам качества. Бабушка двоих внуков Татьяна Великанова гуляет в этом парке уже со вторым поколением. Ее радуют перемены, а малыши Дима и Лера в восторге от новых аттракционов. Мы живем недалеко, в Тюленево 36, и дети у меня здесь росли, постоянно в парк приходили, но столько аттракционов здесь не было. А в этом году здесь всего столько интересного, столько новых развлечений для детей, и главное, все бесплатно. Дима, нравится тебе здесь проводить время? Да. А Лера вообще приезжая, не из этого города. И это вот, видите, не могу удержать, ей хочется дальше бежать на все карусели. Еще одно преобразование коснулось Прибрежного. В этом году конный клуб «Талисман» нашел долгожданный приют на территории парка. Конюшни и манежи для выездки лошадей построят к 2019 году. Также рядом с «Талисманом» разместится единственная в городе площадка для выгула собак. Руководство парка пока еще занято организационными вопросами. Вскоре начнутся строительные работы. Сейчас у нас идет монтаж забора, ограждается территория. И здесь же мы уже дополнительно сразу включили зону для выгула собак. То есть, соответственно, лошадки будут здесь размещаться в дальнейшем. Готовится проектно-сметная документация сейчас и проект на подвод коммуникаций сюда, чтобы, соответственно, и вода была здесь, и канализация. Возрождение парков невозможно выполнить за один день. По плану все озеленительные, архитектурные и технические работы продлятся до 2025 года. Более пятилетки должно хватить на создание пикниковых зон и монтаж велосипедных дорожек, которые в зимнее время будут служить в качестве лыжной трассы. Чтобы оптимизировать все предстоящие труды, в настоящее время разрабатывается проект развития парков, который будет готов 1 августа 2018 года. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.